Тише. Я вам тогда забыла так показать, как мы постелили клеенку. Видите, вот так вот постелили. Не клеенку, а линолеум. И муж на степлер придел. И вот так. Тут ребята после прогулки одежду ложат сушиться. И вот Вася любит здесь, когда печка топится, греться. Да, Васенька? Тут у нее шарфик старый лежит. И вот так вот сделали. Тут мои любимые фигурки стоят. Тут поделка вот от детей стоит тоже. Открытку какую-то Машенька нашла. Тоже занесла. И картину, которую рисовали. А я печку топлю. Печка топится. Еще вот здесь на варежке разобрать перчатки. После прогулок они тоже сюда всегда складывают. Там поставила фигурки, кисточки всякие. Тут у нас акулетта висит. Гвоздик специально для нее. Тут мы повесили это мы название, когда с Мариной если гуляет, то очень сильно сырая одежда становится. Мы сюда курточки вешаем над печкой, не сохнут. Вот такие вот дела. Я уже не знаю, чем себя занять. Уже всю дом переделала. Чем занять уже себя не знаю. Там птичек, полное гнездо. Но через тюль-то будет плохо видно. Сейчас попробую это показать. Во. Кто пришел? Маша пришла. Я тебе там чего? Я же Оксане сказала тебе сказать, что я не могу поехать. У меня давление сначала подскочило, потом упало, и я никуда не поехала. Не говори его. В лоб получит. Че, как в школе? Угу. Хорошо все? Ну, слава богу. Мне вот сейчас только твоя смс-ка пришла, что ты возле крипара. Веришь, нет? О, молодец! Штаны выродила. Ладно, раздевайся давай. Дома такая тишина, так хорошо. Сейчас как раз только что чайник вскипел. Смотри, Маша, опять птички там. Слушай, сало почти весь кусок уже съели. Скоро надо будет опять вам с папой приколачивать. Кто тогда с папой приколачивал? Он сам приколачивал? Угу. Невероятно, вспомнил. Вы койку сделали? Ну, я прибиралась. Просто я уже не знаю, чем мне заняться. Вот и решила шарфики и постелила ровно. А то она его скомковала, когда лежит весь, комкует его. Да, Василиса? Что, Маша холодная, тебя аж затрясло, матушка ты.
Машка холодная, да, но Машу как же не поцелуй. Она, Машка, к тебе тянется. Как же, скажи, Машу-то не поцеловать, да? Отяк, отяк, ой, как мы Масе соскучились. Все утро, когда ребята уходят, мяргает на всю квартиру, что ребятки ушли, дома никого не осталось. Да, Василисочка? Че, как у тебя оценки? Угу. Ну, понятно. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня. Так, сажусь, ребят, монтировать за компьютер. И заодно перекусить. Наложила себе вот такую вот небольшую пиалочку с творогом. Там у нас творога еще пол тарелки. Что-то плохо, ребята, творог идет. И чай налила с молоком. Сейчас сяду, смонтирую. У нас время уже обеда. Вот мой обед, творог. Утром я манниками... Маша, ты ела манники? А чё? Не хочешь? Утром манниками я завтракала. Один съела, больше не полезла. Я печеньки ела. Ты печеньки ела? Все понятно. Там вафельки еще есть, соломка есть. И вот такие вот дела. Пока прибралась. Чего? Ты опять ко мне хочешь? Ну иди сюда. Иди сюда, иди. Пришла мрр. Иди сюда, иди. И залезла к маме. Вот такое вот чудо. Как же, скажи, я без мамы-то, да? Пасечка, скажи, ну вы все столь вообразили. Как это я без мамы? Все. Машенька, давай кушай, садись, да потом будешь уроки делать. Я скоро в город поеду, мне со Светой на прием надо будет. Что это тут за извивание на колени? Ладно, дорогие друзья, сейчас будем монтировать видео и выпускать. И всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Я буду обедать. Знаете, вот я на эти полки смотрю, у нас вот постоянно вот так вот кучками. И я вот все думаю, органайзеры сюда ящички купить. Полки, по идее, не широкие. 20 сантиметров по ширине, ну вот по этой вот, по глубине вовнутрь туда. И вот что-то думала, ящички какие-то высокие купить, шапки также ложить, варежки, перчатки, после того, как просохнут. Мне кажется, так было бы удобно, потому что обувь мы в основном вот на этих двух сушим. Тут потому что печка горячее становится. Ладно, все, я собираюсь в детскую поликлинику, и думаю, сегодня со Светой записано к педиатру. Василиска, Маша у нас дома, остается уроки делать. Сейчас уже приедет Егорка со школы. Я уже звонила, он уже все едет. Да, Машенька? Маша в костюмчике в этом ходит дома. Ладно, дорогие друзья, печку я подкинула уже. Пусть Маша топится, но папа сейчас тоже придет. И потом будет все хорошо. Ну, а я одеваюсь и еду в город. У нас время вечер. Ты что, Тайсон, на снегу лежишь? Тайсон, вставай. О, привычка на снегу лежать. Дурацкая. Я жду Свету, она побежала за кошельком, а то мы забыли. А то на автобус, чтоб ехать. Без денег ты же не поедешь на автобусе обратно. Сегодня у нас минус 15, на улице холодно. Снегокат опять не беру с собой, потому что холодно детей тащить. И сейчас поедем на автобусе. Да, Тайсон? Тайсон хороший мальчик. Ой, Света увидал. Увидал тебя, смотри. Какая аж радость, Рива, Света увидал. До этого видел, не подпрыгивал. Ладно, пошли. Давай, сумочка. Все, пойдем мы в садик. Мы сейчас до садика пешком, а потом уже только поедем. Обратно на автобусе поедем. Ладно, всем хорошего вечера. Девчоночки, у нас время вечера. Я сейчас собираюсь чистить картошку. О, затопила печку, просто суп хочу сварить. Суп сварить, да что-то еще сварить. Не знаю, сейчас посмотрим. И вот чистим картошку. Ваня с Мариной мультики смотрит, Оксана уроки делает. Мы с ней всегда сначала на черновике делаем, а потом она уже это все переписывает в тетради. Вот сейчас мы с ней сделали. Она пока переписывает тетради по русскому языку, по математике мы уже с ней сделали. Она уже переписала.
Зашли со Светой сразу. Забрали, съездили ребятишек с садика. Так что вот такие вот у нас новости. Надо просто приготовить что-то. Завтра муж на работу идет, надо ему обед с собой приготовить. Что еще пока приготовим? Не знаю, сейчас посмотрим, что-то придумаем. Хочу суп с чечевицей приготовить. Что-то все так надоело. Это рис надоело, спагетти все надоело. С чечевицей хочу приготовить. Ставила свинину варить. И вот здесь вот еще тарелку со свининой. Мякоть просто филе. Нарезала. Сейчас, наверное, что-нибудь придумаем. Приготовим что-нибудь вкусненькое. Что, пока не знаю. Ну, посмотрим. Я всегда во время готовки приходит мысль, что готовить. А, картошка внутри прям стритикая вся внутри прям аж. И вот так вот вся картофельная, вся вообще вся. Вот я режу, 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 и она вся такая. Ну, ничего, курям. У нас есть кому кормить. Курям даем. Так что вот так вот. Ой, господи. У меня тут комментарий был. Ой, сейчас помню. Светлана писала, попросила ответить по вопрос по поводу вафельницы. Почему получаются такие маленькие орешки? И вообще удобно или нет, как она в использовании? Использование, она очень удобна. Да, орешки у нее очень мелкие, потому что глубина орешницы маленькая. Поэтому орешки мелкие. Также писали еще по поводу того, что они бледные. Но я стараюсь сильно долго не держать их. Поэтому, ну да, можно чуть-чуть еще подержать, тогда они позажарятся. Ну вот я так делаю. У меня лампочка загорается, я сразу открываю. А так в использовании она очень удобна, даже дети могут стряпать. Орешки мы сами с этой вафельницы достаем. У нас есть щипцы, хоть металлические, хоть пластиковые. Ну, вот наподобие вот таких вот покажу. Вот. Металлическими можно доставать масло во время жарки. Я там не использую, потому что на орешках много масла используется в тесте. Поэтому я вафельницу вообще ничем не смазываю, и орешки не прилипают. Классно, супер. Ну да, они получаются мелкие, но мы же, видите, выбирали из контингента самых дешевых вафельниц. Она была на то время самая-самая дешевая, поэтому мы ее и брали. А так мне нравится все в ней. Ничего плохого не могу сказать. У меня дети уже сами даже могут орешки делать классные. Надеюсь, Светлана ответила на ваш комментарий. Ну, вот мне понравилось. Я брала из дешевого контингента такого. Поэтому, а там вы уже... Ну, вот я видела, что есть подороже хорошие. Там, конечно, глубже сами орешки получаются, крупнее, получше. Ну, вот мы брали такую из дешевых. По поводу того, что пробовала, нет, жидкое тесто делать на орешке. Нет, не пробовала, ребята, еще. Если кто делал жидкое тесто, напишите мне, я посмотрю обязательно. А, также по поводу конкурса, будет или нет. Да, ребят, конкурс будет. Мне без разницы, что многие пишут: Настя, не вздумай конкурс проводить. Конкурс будет. Будут три победителя, но об этом подождите чуть-чуть. Я как все приготовлю, я сразу же проведу его. Тоже вот вся картошка, видите, вся. Вот такая вот картошка. Картошку я на шарики положу в стиральную машинку. Так что вот такие вот, ребята, у нас дела. Ладно, картошку я начистила. Сейчас на морковку, лук все начищу и нарежу. Ладно, пошла я дальше готовить. Всем хорошего дня. Пишите больше вопросов. Я постараюсь сделать скрины или перепишу. И постараюсь одно ближайшее видео сделать вопрос-ответ.